До Нового года осталось совсем немного, а республика уже готова к предстоящему празднику, создав для жителей волшебную атмосферу. Первое, что бросается в глаза в центре столицы, это елка, маленький городок вокруг нее и горка. Если первое и второе стало уже привычным, то высоченная горка вызывает особый интерес у местных жителей. Вечерами здесь выстраиваются огромные очереди из желающих прокатиться с нее. А с наступлением ночи начинается настоящая зимняя сказка. Привычные улицы полностью преображаются, обвешанные гирляндами витрины магазинов и деревья приобретают по-настоящему волшебный вид. И насладиться этой красотой жители столицы приходят всей семьей.